Так, Аня, поговори. Поближе, поближе. Саша начал с того, что на 2 месяца ехать. Еще поближе, еще. Да, говорю ближе. Саша начал с того, что в Америку ехать, и закончил рубленый. Сбой. Да. Сложно. Аня, ты косила ей. Не, ну так и должно быть, да. Это как-то жизнь. Хотела одно по памяти прочитать, это все забыла. Ладно, ну посмотрю. Так я его не записала. Все. Каждый человек внутри дельфин. Иногда выпрыгивает из воды. На него мимоходом глядят корабли. У солнца в шлюпке захватило дух. Неужели в одной с ним воде иду? Оно готово ноги гор обнять. Но нырнуть за дельфином ему нельзя. Остается медленно остывать, глядя молча, вечерний чай. В подземке история длится сколько захочешь. На вершине метро люди. Скоро-скоро спущусь на платформу, и ты узнаешь, где я. Колокольня Ивана Великого, температурный рекорд. Кинопоказ закончился в 20:15. В вагоне. Виталик, Светлане. На, сомни карточку. Начинается. Отец моего ребенка вышел из рая. Работает в поте лица, строит башню. Отец моего ребенка работает в банке. Смотрит на чашку кофе, Лента.ру читает. Отец моего ребенка сел в поезд, потом в самолет. Самолет исчез. Я получила письмо. Это не страшно. Не пью, не работаю. Тут совсем как раньше.